У дні восеньских каникул с 30 кастрычника по 7 листопада у Гомельской области традиционно проводится профилактичная акция «Организуй свой вольный час». Сёлета у ее задейничено 8,5 тысяч школьников из всех районов Гомельщины. Як працуют школьные лагеры и какие мероприемства чакают детей, доведалась Ганна Каральчук. Зусім недавно начался навучальный год, а первая четверть уже скончилася. С понеделка школьники на осенних каникулах. И у этот час можно поспеть многое. Поудельничать у споборництвах, выступить на сцене або пойти на экскурсию и заработать саморобный шедевр. Тем более, что для хлопчиков и девчонок, которые не жадают проводить вольный час марно, предугледжено шмат цікавых мероприемств. Есть возможность не просто отпочить, а проявить себя у разных видах деятельности, спознать нечто новое и поширить свой кругогляд. Например, у средней школе номер 66 города Гомеля. Подчас каникул працює лагерь для листопадничек для детей молодшего школьного возраста. Красной линией в плане работы лагеря проходят мероприятия, которые посвящены безопасности. Например, цикл таких занятий, как уроки мудрой тетушки совы. Это у нас уроки по правилам дорожного движения. Также мы провели конкурс рисунков «Наша дорога из школы домой». Занятия по правилам дорожного движения проводятся в специально оборудованном кабинете «Центр безопасного детства». С 7:30 ранницы и до 16 годин дети поспевают сделать зарядку, побывать на музычных и спортивных занятках, наведать театры и экскурсии. Главное – обеспечить максимальную занятость неполнолетних, не допустить учинения ими правопорушений и злочинства. Менавіта на это нацелена областная профилактичная акция «Организуй свой вольный час». У каждой установе эдукации и культуры продумали, чем занять детей у каникулярный период. И они становятся удельниками мероприемства, накированных на умацывание здоровья, развитие творчих и интеллектуальных здольностей. По-ранейшему можно заниматься у гуртках, спортивных секциях и объединениях по интересах. С детьми так само проводят тренинги педагоги-психологи. Более 900 ребят, обучающихся в учреждении образования Гомельской области, в период осенних каникул посетят очень интересный мюзикл патриотической тематики, который называется «Семь темниц Беларуси». Он подготовлен силами Федерации профсоюзов Республики Беларусь совместно с Белорусским государственным университетом культуры. Традиционно, конечно, особое внимание отдается категории детей, которые требуют повышенного педагогического внимания. И детям, которые являются детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей. Такое сполучение отпочинку и працы, займальности и познания да поможет школьникам приступить на наступном тыдне до занятков с добрым настроем и новыми силами. Другая четверть самая короткая, тому темпу в учебе варто задать с первых дзен. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».